своими глазами. Международный день кофе. Это праздник, отмечаемый поклонниками этого напитка, профессиональными бариста в разных странах мира. Согласно самой популярной версии о происхождении этого дня, этот праздник был организован Всеяпонской ассоциацией кофе 1 октября 1983 года, после чего праздник распространился по всему миру. Согласно самой популярной версии о происхождении этого дня, этот праздник был организован Всеяпонской ассоциацией кофе 1 октября 1983 года, после чего он распространился по всему миру. Свои национальные дни кофе проходят в очень многих странах, причем входят в круг отмечающих не только те страны, где кофе производится и экспортируется, а также страны, главные потребители этого напитка. День кофе призван способствовать распространению культуры кофе, а также информации о том, с какими проблемами приходится сталкиваться его производителям. Поздравляем всех нас, фанатов кофе, а также тех, кто его производит, работников плантаций, обжарщиков, бариста и просто любителей. Как отмечать, спросите вы? В этот день многие кафе предлагают кофе бесплатно или со скидкой. Пригласите друга на чашечку кофе, сделайте себе кофейный коктейль или приобретите, наконец, кофемашину, о которой вы давно мечтали. А вообще, просто с чувством, толком и расстановкой насладитесь вкусом и ароматом этого прекрасного напитка. И, может быть, вам захочется попробовать новый сорт кофе.